воспользовавшись прекраснейшей возможностью заюзать телепорт, мы его заюзали. И, собственно говоря, да, давайте же откроем эту величественную дверь, дабы узнать, что же по ту сторону выйдет к нам.
сейчас. Сейчас будет жестко. Ну что, пойдем по часовой или не по часовой? Зелененькое заходим. Так, теперь не
касаемся зеленого. По возможности, конечно же. О, какие вы тут все бешеные. Обалдеть. Учитывая, что все они двигаются абсолютно рандомно. Если натолкнешься. Так, синие можно теперь собирать. О, так, зеленые не трогаем. Не хочется все пособирать. Так-то. Все сундуки, даже скрытые. Надо. Чаще делать это, чаще. Так, за цепочку, конечно, спасибо. Возможно, она нам будет полезна. Спасибо, пригодится. Так, а теперь насчет. Зеленая. Тихо, я еще чуть сундук не пропустил. Как же стрёмно. Обложили со всех сторон. Подойдешь. Ну вот как? Ну понятно как, ну ладно. Никто ничего не видел. Жестко.
последний этот красный взять. И все. Краснейший последний верхний красный уровень испытаний. Ну что ж, погнали. Ух ты, ё. Так, не трогаем красное. Все что угодно, только не красное. Вот это жесть. Добраться до этого сундука. Ничего. У нас есть легальная возможность все исправить. И как обычно, никто ничего не видел. Так. Забыл, конечно, вовремя сохраниться. Взять всего лишь синенькую. Казалось бы, что может быть проще. Так, тот сундук я тоже хочу взять в обязательнейшем порядке. Но я сейчас возьму, все закончится, меня перенесет обратно. Получается, и зеленое сейчас брать мне нельзя. Вот это попадос. Ну, хотя ладно, одним сундуком можно пожертвовать. Вряд ли там будет что-то сверхдико полезное для нас. Оружие нам уже выдали. Как бы то. Ничего не поделаешь.
меняемся.